Изгнанный из своего царства, он покинул Ктесифоны. Переправившись через реку Тигр, колебался, не зная, что ему делать, так как одни советовали ему направиться к восточным скифам, которых мы привыкли называть тюрками, другие же – уйти в Кавказские или Атропейские горы и там спасать свою жизнь. Раздумывая над этими советами, он был в нерешительности. Вполне естественно, он положился в своем бегстве. Страница 106. Сибей, моры, землетрясения. Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают воздух и воду, поют гимны земле, поклоняются же единственно тому, кто создал небо и землю, и называют его богом. Ему в жертву они приносят лошадей, быков и мелкий скот, и своими жрецами ставят тех, которые, по их мнению, могут дать им предсказания о будущем. В это же самое время. Страница 161.